Весело, креативно и с пользой для здоровья. Так в санатории-профилактории в Андреевке отдыхает молодежь предприятия «Мотор-Сич». О том, как именно организуют свой досуг молодые моторовцы, узнавала Наталья Маренко. Моторовский санаторий-профилакторий, расположенный в Сосновом Бору на берегу Днепра в Андреевке, идеальное место для того, чтобы без отрыва от производства набраться новых сил и впечатлений. В феврале и в мае здесь обычно оздоравливаются ветераны труда и Великой Отечественной войны. Летом – мамы с детьми, а в ноябре, уже четвертый год подряд, здесь отдыхает заводская молодежь. Отдых в санатории Андреевка очень нравится. Здесь созданы все условия для отдыха молодежи, сотрудников. Здесь создаются мероприятия, здесь устраиваются игры, здесь устраиваются дискотеки всевозможные. Также здесь можно хорошо оздоровиться, то есть процедуры, ванны, массаж. Судя по доске объявлений, скучать в профилактории ребятам не приходится. Кроме физиопроцедур, укрепляющих здоровье, юноши и девушки участвуют в различных спортивных соревнованиях. Они играют в настольный теннис, устраивают бильярдные баталии и даже состязаются в меткости стрельбы из лука. Вы первый раз стреляете из лука? Второй раз в своей жизни. А в прошлый раз получилось попасть в семерку, а в этот раз пока не очень. Нравится вам здесь отдыхать? Очень нравится. Особенно нравится молодым инженерам и рабочим проводить ярмарки конкурсов, благодаря которым можно заработать специальную андреевскую валюту и купить на нее все, что душе угодно. В течение всего заезда молодежь как бы участвует в различных мероприятиях, за которые мы даем вот такие, у нас есть валюта. Одна золотая Андреевка. У них даже есть своя водный знак, вот здесь есть такой, это печать отдела по делам молодежи. То есть деньги у нас никто не подделывает. Ребята в течение всего заезда зарабатывают такие Андреевки. Нынешний молодежный заезд в заводской профилактории уже четвертый по счету. В нем принимают участие более 120 юношей и девушек. По их словам, такие коллективные мероприятия сплачивают ребят, дают возможность найти новых друзей, а кому особенно повезет, то и вторую половинку. Каждый день счастливых обладателей санаторских путевок ожидают такие красивые комфортабельные автобусы транспортно-производственного управления предприятия «Мотор-Сич», которые вечером отвозят их в Андреевку, а утром обратно на завод.